Спасибо, спасибо, ребятам. Нормально, как настроение? Спасибо, Русланчик. Молодцы. На самом деле, я впервые слышал именно в составе команды, помимо твоих акустических произведений, я впервые слышал живую в составе команды. Кто со мной сидел на балконе, ну, очень много оценили. Есть, конечно, мы потом поговорим обо всяких каких-то нюансах, да. Но самое главное, я думаю, настроение есть, ребята. Офигенно. Спасибо, Руслан. Будем ждать вас, смотрите. Спасибо Руслану и группе «Не кури». Сейчас еще раз спасибо всем, кто здесь собрался. И хочу представить одну из самых, каждой группе я подвожу какую-то историю, потому что не просто так кто-то оказался. Можно было сделать, мне предлагали, ну, в самом деле, что предлагали, это будет 8 марта. 8 марта это юбилей группе СМБ, и это будет не в городе Питер, а в клубе Питер. Клуб Питер, такой один из, который открылся, и это будет юбилей группы, где то, что предложили до моего дня рождения, я думаю, я лучше здесь сам произведу то, что хотелось бы сделать, а всех не уместить на этой сцене, конечно, чтобы со всеми поиграть. И спасибо, кто еще... И я сейчас хочу представить вам группу, связанную с историей, когда я выступали по одному из нашествий, это рок-герой. И мы представляли с Гошей Куценко одну из групп самых лучших и продвигаемых, и самых нереальной команды. Это мир, который служит музыке и так далее. И когда я вышел и объявляю на такую толпу, они вот так подключались, и я не понимал, когда им, когда их вообще выставить, когда они начинают, у них идет вступление, идет. Я думал, это они настраивают свой инструмент, и все время повторял. И это как группа называется, кто знает? Мир огня. Они настраиваются. Одна гитара пошла, вторая, вступление идет. Я говорю, и так группа «Мир огня» на нашествии. И так группа «Мир огня». И уже пора вступать. Пол песни прошло. Я всегда представлял эту группу. И так группа «Мир огня», и так группа «Мир огня». И на самом деле вот они здесь. Это вот даже уже, это не нашествие, но это круче, чем нашествие. У меня сегодня день рождения, реально. Я впервые отмечаю день рождения. Все время было это в кругу близких, самых близких друзей. Мы либо сварим пельмени, посидим на кухне и попьем чая там с чем-нибудь и споем несколько песен. Я впервые в жизни отмечаю вот так вот день рождения. Я очень скромно отношусь к этим событиям. Ну, я думаю, пришел возраст к тому, чтобы можно что-то отметить и пригласить каких-то друзей. Думаю, на следующий год еще можно замутить что-нибудь поглобальнее. Но сейчас опять для вас «Мир огня». «Мир огня» — это даже вдуматься в это слово «Мир огня». Ну, огонь — это не пожар. Пожара нет, пожарные спят. Поэтому пожарникам и всем можно спокойно отдыхать, потому что это мир. У огня есть мир. Огонь дает тепло. Нужно, мне кажется, брать позитив только с одного огня, хотя огонь делает иногда безбашенные какие-то свои действия, где мы страдаем даже от этого. Спички детям не давать. Мир огня.